Возлюбленные, братья и сестры в Иисусе Христе, пастора, служители, пусть Бог обильно благословит вас всех. Межконфессиональное, молитвенное собрание народа. Я хочу всех-всех вас пригласить. 20 октября, 14.00, в Риге, в холле Сконта. Будет эта возможность каждому из нас, из любой конфессии, любой церкви, собраться вместе, чтобы молиться за Латвию, чтобы молиться за пробуждение. Я верю, что молитва необходима. Она нужна не только в рамках нашей конфессии, но Бог нам дал эту возможность собраться в одном месте, как Вселатвийской Божьей Церкви. Поэтому я еще раз приглашаю всех вас. Рига, Олимпийский центр Сконта, 20 октября, 14.00. Будем молиться. Присоединяйся.